федеральная трасса Р-257, Енисей. Едем на юго-восток. Мотор ревет. Набор высоты такой стремительный, что закладывает уши. Подъезжаем к месту, откуда можно будет наблюдать красивый горный массив в западном Саяне. Он включен в природный парк краевого значения и называется Ергаки. Проехали около 130 километров. Примерно через 200 трасса приведет в город Кызыл, столицу Тывы. А еще через 300 километров уже граница с Монголией. Кстати, если посмотреть на карту, мы находимся в самом центре Евразийского континента. А может, надо было остановиться? А нет, а что, таких видов больше не будет? Что? Ну вот сейчас вот тут стоянка. Ну это вот будет. Самое интересное видо. Вот там стоянка будет. Вон Юра фотографирует. Красотища. Горная тайга, состоящая в основном из кедра и ели. До самого нижнего, вон там лесочек, вот до него, ну, в нашем же уровне мы примерно будем. А зачем вот этот туннель сделали? Так здесь, во-первых, обрыв, во-вторых, камнепад. В-третьих, заносит. Да, камнепад, а не камнепад, от снега. Снег, в основном. Все время сыпет снег. Так а он там на крыше скапливается? Так и пусть скапливается. Он слетает сюда, туда вниз. Да нет, он там не задерживается, слетает вниз. Была одна вот тут. Участок маленький. Сейчас целый, слушай, вон терраса вон какая. Часовня, воздвигнута в честь погибших здесь Александра Лебедя и еще 7 человек. 28 апреля 2002 года в этом районе потерпел крушение вертолет Ми-8, на котором Лебедь вместе с сотрудниками своей администрации летел на открытие горнолыжной трассы. Александр Лебедь был государственным и военным деятелем. Генерал-лейтенант с 1998 года работал губернатором Красноярского края. Покипячу маленько. Тут вода кипит, наверное, градусов 85. Ну что Василий принес, рассказывай. Ее нет. Да я чтобы чернику не видел. Вот Юлечка тебе. Подарок. Мне? Да. Это в чай. Так тут лучше было, ну, да? Ну было лучше. А но камни это все равно было. А острые это такие вот. Да, крупные. Да. Ну, по крайней мере, без проблем объезжали. Тут еще ничего проезжает. Да.
Вот проблема камень там. Ну это сюда вот. Видишь, сюда. Обалдеть, виды открываются, а? Нельзя пришли 1,5 километра. Фу. Ну давай, Василий, рассказывай. А что тут все видно, все рассказывай. Ну, как горы называются? Вон спящий саян, здесь он некрасиво выглядит. Надо вон спящий оттуда. Саян это вот который. Вон пика вон она, а перед ага. ним он лежит. Вот так вот раз и носик. Но отсюда его плохо видно, из-за этого он мешается. Вот. Вот под ним там тропиночка проходишь, туда вон дальше, вон на эти самые. А вон та гора, что-то я не помню. Дика. Так. Ну и как? Получили удовольствие сегодня. Несомненно. Красота. Простор. Бесконечный российский простор. Ну давай, Василий, говори, что за озеро, как что? А что его говорить, я бы не сказал. Озеро говори. Называется Ойское. Скажи сейчас. А что сказал? Приток реки. Что это за озеро? Это озеро Байкал. Приток Байкала. Расскажи. Раз с нее берет начало великая наша река. Ой, которая в Казанце. Значит, это Байкал. Ну вон конец его. И там вот. Ну. То есть оно. Интересно, а какая глубина этого озера? А глубокая. Ну метров 7-8 есть. Хорошо, а рыба тут водится? 7-8 всего-то. Вась, рыба уходит. Ну харюски, харюски. Харюс. Так. Ты тут рыбачил, нет? Пытался. Так. Дырки слили. А, вы зимой собачьи? Понятно.